Уже через 20 лет люди смогут жить под водой. Дизайн города в океане разработала японская компания Shimizu Corporation. По их мнению, такой проект в будущем решит проблему расселения людей. Необычный город будет состоять из больших шаров. В центре каждого построят 75-этажный небоскреб. Всего в нем смогут жить и работать 5000 человек. Кроме апартаментов, в сфере разместят отели, офисы, развлекательные центры и даже парки. Кислород будут вырабатывать из углекислого газа. Каждый шар соединен со спиралью. Это 15-километровый лифт, который достает до самого дна. Так ученые смогут добывать полезные ископаемые и проводить исследования. А рядом планируют разместить фермы и выводить редкие виды рыб. Разработчики признают, что пока осуществить проект невозможно, недостаточно развиты технологии. Но уже через 20 лет это будет вполне реально. Обойдется такой город в 26 миллиардов долларов. Еще один подобный концепт разработала компания Zigla. Подводный город в виде конуса сможет принять около 2000 человек. Так же, как и в проекте японцев, помимо жилья, в городе предусмотрены зоны отдыха и производственные помещения. Подводная архитектура уже не фантастика. На Мальдивах, Фиджи и в Дубае уже несколько лет открыты подводные отели. Поэтому вполне реально, что скоро люди заселят и океаны.